31 октября 2013 года в актовом зале Санкт-Петербургской православной духовной академии прошел традиционный вечер, организованный благотворительным фондом «Диаконей». В мероприятии приняли участие ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии епископ Петерговский Амвросий, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, священнослужители, участвующие в организации и осуществлении социального служения, благотворители, сотрудники и выпускники реабилитационных программ благотворительного фонда. По традиции, торжественный вечер начался благодарственным молебном в академическом храме, служение которого возглавил епископ Амвросий. Открывая торжественную часть в актовом зале, ведущая благотворительного вечера, российская актриса театра и кино Анастасия Мельникова, предоставила слово ректору Академии епископу Петерговскому Амвросию. Затем собравшихся приветствовал епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав. Протоиерей Александр Степанов, руководитель отдела по благотворительности Санкт-Петербургской епархии, рассказал о истории создания диаконии. Обращаясь к собравшимся, один из членов попечительского совета заметил, что та национальная идея, которую сейчас никак не могут определить и сформулировать, для нашего современного государства заключается в том, чтобы люди, которые имеют возможность помочь нуждающимся, осуществляли бы эту помощь и поддержку. Благотворительный вечер фонда «Диакония» в Санкт-Петербургской православной духовной академии завершился концертом знаменитого музыкального коллектива «Белорусские песняры».